А в деревне Иштуган Мелеузовского района состоялся фестиваль ловли раков. Делали это участники руками, без специального оборудования. А итоги подводили с наступлением темноты, ведь раки – ночные обитатели водоемов. На семейном фестивале были гости из Индии, Канады и разных городов нашей страны. Они попробовали башкирские национальные блюда, а также приняли участие в мастер-классах и преодолении трассы туристических препятствий. Наш туристический клуб представляет здесь, на этом фестивале, небольшую трассу туристических препятствий из разряда пешеходного туризма, для того, чтобы и дети, и взрослые могли на себе полностью ощутить, как проходятся технические дистанции пешеходные. Эти методы и способы они могут применять как в соревнованиях, так, в принципе, и в обычных походах на маршрутах.